Я знаю, кто сможет нам помочь. У вас что, такси на службе? Оно скорее служит в воздушном флоте. Марсель-экспресс к вашим услугам. Хорош, Даниэль, не время шутить. Мсье Сесе должен быть на поле через 8 минут. Мсье Джибриль, добро пожаловать в мое такси. Вы теперь Марсель? Сегодня благотворительная игра, но, боюсь, мы опоздаем. Что, мы этого не допустим? Я переоденусь по дороге, чтобы выиграть время. Ну, попытайтесь. Арман, угадай, кто будет играть в Марселе? Мы что, выезжаем из Марселя, Даниэль? Поедем в обход, в городе пробки. Точно тебе говорю, Джибриль Сесе перевелся. 9-й номер в Марсельском Олимпике. Вот это да. Какая дорога. Как бархатная, даже звук мотора не слышен. При такой скорости слышен только ветер. Мы получили срочное сообщение. Олимпик из Марселя купил за бешеные деньги непревзойденного игрока. Речь идет ни много ни мало о Джибриле Сесе. Наш пост только что миновало белое такси. Оно будет у вас через минуту. Вас понял. Видимо, наш малыш Даниэль. Судя по скорости, явно не папа римский. Пошлем парижанина. Ну перестань, ты уж совсем. Пусть учится, он все-таки стажер. Эй, послушай-ка. Послушаем. Вон, видишь, стоит радар. Настрой его на максимально чувствительный уровень, понял? Так точно же. Осторожно, отойдите от края платформы, приближается ТЖВ. Почти 313. Спасибо, малыш. На самом чувствительном уровне это очень эффективно. Неплохо ваш такси катится. А это мои маленькие примочки. Когда Конкорд вызвали на продажу, я купил пару деталей. Не тормози, а то проскочим нужный поворот. Я получил подтверждение, что сделка года обошлась футбольному клубу Марселя в 60 миллионов евро. Вон подземная стоянка, я хорошо ее знаю. Я всегда беспокоюсь, услышав это утверждение. Ходит множество слухов о переходе одного из самых знаменитых нападающих, Джибриля Сесе, в футбольный клуб Марселя. Узнать подробности мы сможем у Армана Печи, который находится на стадионе «Велодром». В данную минуту не только Марсель замер в ожидании благотворительного матча, прибыль от которого пойдет в фонд поддержки больных детей. Именно по этой причине, возможно, игрок запросил столь астрономическую сумму. По нашим сведениям, сумма контракта составляет 200 миллионов евро. Сам он, разумеется, расскажет об этом более детально. Но пока звезды футбола еще нет на стадионе. Будь он хоть 100 раз, Сесе, но через минуту я даю свисток. Направо. Эмилиен, я уже дважды повернул направо. Ты точно знаешь эту бордок? Мы обеспечивали безопасность папы и неделю обшаривали эту стоянку после того, как Жибер тут заблудился. Обнадеживает. Я знаю ее плохо, поэтому положимся на мой инстинкт. Внимание. Ух. 7:32. Спасибо за гонку. Спасибо за встречу.